Всем привет! Всем привет! У нас очередной обзорчик огурчика. Ему называется соль и перец. Это французский сорт от компании Кокопелли. Я возьму, покажу. Он такой жирненький. Да, ну на этикетке вы видите. И вот они на кустиках у нас растут. Жирненький, большой. Сразу вот он за сутки вырастает такой вот крупный. Этому уже 2-3 дня. И вот, смотрите, тоже уже не видно его или видно. Вот, большой. Сейчас он сорвет нам. Давай вот этот сорвем. Вот этот, да. Будем его пробовать. Одного нам будет достаточно. А я чуть-чуть расскажу про этот сорт. Он среднеспелый. То есть, давай его оторву. Среднеспелый. Пока моет Милана его, я про него чуть расскажу. Он среднеспелый. На кусте очень много. Пчела опыляемый. Вот еще видите молоденькие огурчики. Будет завязываться. Вот. Когда он молоденький, он такой салатовый. А когда вырастает, он становится белым цветом. Я читал в интернете, про этот сорт. Он идеально подходит для соления. Какой будем вот этой стороны пробовать или этой? Ну вот, где отрезали, тут невкусное, а тут плотное. Давай вот тут. Отрезаем, он такой бело-зелененький. Ну, уже да. Он сочный, видно. Пробуем. Вкусно. Супер. Мягкий, хрустящий, без горечи. Этот огурчик в салатах вообще будет идеальный. Ничего страшного. Для консервации пока еще не пробовали, но попробуем. Я обязательно вам расскажу. Да, возможно, даже к этому видео домонтируем кусочек законсервированный, какой он. Нам этот сорт понравился. Заказать эти огурчики можно у нас. В описании ссылка на наш сайт. Да. Там можно купить либо каталог. Не, не каталог, а можно купить семена. В общем, переходите в описании под видео, есть наш каталог, наш сайт, заходите, там можно будет заказать этот огурчик. Семена будут в продаже с октября. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.